Добрый день, команда. Игрок команды Миан Лас Пальмас, Гридягин Андрей. Пару слов по игре. Да, на самом деле радует, что более-менее собираемся уже оптимальным составом к нашему предстоящему, к нашей предстоящей поездке в Сочи, поэтому очень важно, чтобы все ходили, очень важно наигрывать. На самом деле сопернику спасибо в том составе, в котором они присутствуют, да, все равно молодцы, но сил насколько хватило. А нам сейчас на самом деле, наверное, даже где-то очень приятно то, что есть возможность какие-то свои комбинации наиграть, вспомнить, как бы, что такое мяч, как бы не лаять на него после мини-футбола, поэтому... В общем, кайф. В целом кайф, да. Футбол это кайф.